Уважаемые Марк Иванович, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в Москве. Хочу сразу передать соболезнования в связи с пожаром, который унес человеческие жизни. Мы ценим возможность провести очередной переговор в рамках вашего официального визита. У нас есть четко поставленные нашими руководителями цели. Президенты регулярно встречаются, и устойчивый, конструктивный диалог, который позволяет создавать правильные политические рамки для решения всех без исключения вопросов. Они у нас действительно отношения очень насыщенные, поэтому рассчитываю, что в ходе вашего визита и на сегодняшних переговорах, и в ходе других встреч все аспекты наших отношений будут рассмотрены, и мы сможем двигаться дальше. Добро пожаловать. Спасибо, Сергей Викторович, большое удовольствие в Москву. Радуюсь, хорошо погода. Москва пытается, наверное, с вами согласен, что вирусом, который настроили наши руководители, как все достаточно высокий уровень того, что это машина в газе, был уже объявлен 15 июня на улице первой Киеве. Спасибо большое за внимание.